Все работает, да? Да, все работает. Ну все тогда. Объясни про руку. Так, приходим к концу мы потихонечку. Руку придется делать темной. Эту руку мы убрали с этого края. Получился такой заворот знатный. Мы этот заворот сейчас тут оформим, так чтобы он был. Так вот, вот здесь складочка будет. И попробуем доделать. Так вот. Так, а вот с рукой тут, да, тут проблемы. А если я ее сделаю... Так, это значит рука с этой стороны, сюда, пальцы, сюда, сюда. Вот так. Ну, ладно, попробуй, там будет видно. Короче... Вот так вот. Загибаем пальцы. По-другому не получается. Вот такие получаются у нас фигуры. Немножко корявая какая-то. Все равно лучше, чем на отлете. Ну что ж, сказать нечего. Потому как потому. Белый цвет что-то не берется. Как-то так немножко это не пробивает красочку. Так все нормально вроде. Так, 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 сказал бедняк. Так, а если так, раз, два, три, четыре, этот уберем. И будет вот так лучше. Да, да, да. Тут что-то я немножко затупил. Ну, вот такой вот здесь громовержит. Громовержец. Здесь громовержец.
Усилим здесь маленько, чтобы у нас почетче все было. Как получится. Маленько заработала. Чуть-чуть выделим, а там уж как получится. Как-то так. Можно сказать. Завершение работы. Понятное дело, тут можно бесконечно все это делать, каждую штучку. Но смысла нет. Просто так, чтобы показать, что вот берешь какую-то размазню, из этой размазни пытаешься маленечко что-то там отрисовать. Вот и все. Понятно, что есть другие виртуозы и прочее. Ну, так, чуть-чуть, чтобы как-то это для себя, можно сказать, для внутреннего пользования. Для внутреннего пользования. Все так. Спонтанно, без всякой подготовки, полагаясь на интуицию. Потихонечку. Конечно, бы красиво рука легла еще по-другому, но структура сильная, поэтому не буду сейчас тут выделываться. А так закончим. Немножко, конечно, ведет тут. Просто другим пример наука, что так просто вот берешь там что-нибудь, пятнышко какое-нибудь красивое, брезговать не надо, а так потихонечку, как-то ну и получится.
Да, лицо надо еще тоже, конечно, работать. И работать называется. Так. На всякий случай. Вдруг тут уже все кончится, как говорится, время уже не получается. Аккуратненько, аккуратненько. Да. Все-таки для противовеса мы поставим здесь маленечко луны. Не знаю, почему тут так получается. Так, вот здесь вот такое пятнышко должно быть. Оно вроде как солнце или далекая звезда. Гори, гори, моя звезда, далекая. Тусклое. Мы ее сделаем такую. Но она должна быть более такая составная. Это в смысле, что она должна быть луной. Как бы это ночь. И звездой, как бы это солнце. Так, чуть-чуть посветлее. Сделаем вот так. Да. Подсохло. Кто там это? Что-то? Послала Аник, Жень за этими самыми, за яйцами, за свежими. Ну как? А ты сделал, ну, эту руку, да? Да, она вот так естественно, видишь, тут отрезалась. Сейчас он так более-менее стал. Ну вот это место закрасить тогда, чтобы была рука белая, может быть, если вот этот, что у тебя... Ну это крыло. Ну тогда вот это белым подкрась, крыло будет тогда. Белым покрась это все. Его надо драконить. Ну, в принципе, да, права. Ну, давай сделаем. Чтобы не по, не это, не попалось. Можно и подкрасить. А что это вы тут? Вот, вот, представляете, вот так вот, вот жизнь. Приходится подкрашивать. Кого подкрашивать? Ну, вот такое предложение поступило, типа. Ну, да, наверное, будет правильно. Но зато стало обыкновенное. О! Стало обыкновенное. Ну, ладно, пусть будет. Структурная такая, какое-то, как крыло какое-то, там кусочек, а мы вот так вот еще. Раз. 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 Ну, ну конечно, будет. Обыкновенно, но вот эту фигню вот эту. Ну, сейчас, сейчас, сейчас выправлю. Вот, вот надо без этого. Все, все, ладно. Ничего. Вот эту фигню надо, это. Так у нас все фигня. Что делать? Не забалуешь. Вот так девчонки вот ходят и постоянно в жизни, можно сказать. Вот и меня, я завидую, там в графе пишут: свободный художник.
некоторые. А я могу сказать, что я не свободный художник. Прямо категорически не свободный. Почему? А потому что вот так вот оно получается. То одно, то другое, то третье. Хотя, конечно, правы, вот получилось так. Ладно, пусть будет так. Так, чуть-чуть еще добавим вот здесь. Никаких перышков. А что, уже не собрала? Яйца. Что, нету уже? Придется здесь тоже делать подкраску. Английские белые цвета. Машка, что еще скажешь? Сейчас хорошо сделал. Я не кровавый, непонятно. Что, нормально? Вот так вот. Я согласен, что стало лучше немножко. Жухнет, видишь, этот. Чуть-чуть. Понятно. Очень жухнет краска. Приходится. А что она жухнет? Не знаю. Тут тянет. Белила у тебя, это уже грязная. Белила грязная, да. Иди, почисти. Попробуй чуть-чуть. Так она в кухне вроде. Вот так, ребята, демократы. Так вот. Ой. Конца кисточки я вообще не чувствую. Дожился, блин. Ну так вот получается маленько. Вот так вот вроде бы как. Еще луну чуть-чуть обозначим. Подсохло, если не жалею. Ай. Все. Конечно, это... Как-то так. Видно. Так получается. Видно. Такой получился старый, или так скажем, пожилой ангел. Почему он такой, я не знаю, ну такой. Ну, вроде бы, на мой взгляд, неплохо. Не спорю, бывает лучше. И очень он даже. Ну, я ж это.
на что не претендую, как говорится, так делаю, так делаю. Вообще. Конечно, грубовато маленькое. Формат такой, прямо скажем. Оттиск краски и мазюки получился сильный. Их слишком нету, но не такую структурку дает чуть-чуть. Ну, как мог вписался. Ну, уж как получилось. Не судите строго. Да. Куда идешь? А, стираться.
да, вообще надо яйцо тут можно делать много чего. Не знаю. В общем. Вот такая фигура получилась, не знаю там как, что будет, где. Можно дальше еще там продолжать, конечно, все эти детали там еще доделать. Ну, как бы наметка так. Кстати, в предыдущем, можно сказать, случайном ролике, первый такой, там что-то так все застряло у нас, вот такая голова получилась на конце, там чуть рубашечку добавил, там как-то волосы расчесал, такое вот лицо, образ такой, такой. Тоже подсказала сама фактура, структура. Вот так. Ну и тут такие все эти. Ну, если будет все хорошо, глаза будут видеть что-то. Будем делать. Продолжать дальше. Такие маленькие почеркушечки. Вот такие дела. А подпись есть? Да, подписал я все, вот показал со всех ракурсов. Показал ту, которую мы делали в первом ролике. Чтобы доказать. Вот, нет. Ну, вот это вот, да, ты сделай чуть подальше, чтобы прямо вот они увиделись. Вот так, да, все вот. Вот такие получились картиночки. Будем продолжать, если все будет хорошо. Да, этот, правда, не подписал, сейчас подпишу. Эту подписал. И, как говорится, с Божьей помощью, если будет желание, будем продолжать и выкладывать потихонечку. Именно с налепленных каких-то размазанных красок, за мазюки. Всякие такие эти. Будем пытаться сделать какие-то образы. Кому интересно, пусть смотрит. Кому не интересно, пусть не смотрит. Может, кому-то что-то и пригодится. Все, заканчиваем на сегодня. До свидания. Всем привет. Это был... Я даже не знаю. В общем, так, чуть-чуть рисую всяких этих...